Добрый день, ребята. Сегодня такой замечательный весенний день. Я, как всегда, отдыхаю от рейсов очень давно уже, но скоро он настанет и будет для вас большим сюрпризом, так же, как и для меня. Вот хотел вам показать, сейчас после моей этой речи последуют небольшие видео с айфончика и с квадрокоптера. Посещаем мы такой национальный парк Украины под названием Пироговка. Ну, весной вообще очень красиво. И мне очень нравится. Там даже фильм какой-то снимают. Сейчас я вам покажу. Так что наслаждайтесь вместе с нами.